Посетим сегодня зоопарк, птичий зоопарк, так называемый. Здесь только птицы, попугаи и птицы из разных стран. Вот такой, значит, у нас тут Кеша. Да, да, молодец. Ага. Вот. Интересно, да? Идем. Вот какой есть. Ну, только что-то они боятся. Ну, красивые. На. Правда, клетка у них так себе. Каменная какая-то непонятная. Вот, у пирата украли. Тут, значит, что-то покормить даже его можно или что. Ну, написано, осторожно. Кормите осторожно. Может укусить. Да, может укусить. Такие пернатые тут, значит, водятся. Ну, кричат они страшно. Это просто с ума сойти можно. Красивые. Как он ловко арахиса наедает, а? Тут у них, правда, больше ресторанов, чем птиц. Здесь едят. Там смотровая площадка. Сейчас посмотрим, насколько большой парк. Но что-то как-то очень странно. Здесь тоже вон едят. То есть ресторан. Да, не очень такой большой парк. Взрослые 8 евро, дети от 3 лет 6 евро. Ну, такой попугай. Чем-то мне этот зоопарк напоминает зоопарк в этом, в Пятигорске. Условия хуже, чем у поросят, блин. Ой, бедные, что они тут? Ну, красивые, видишь? Они холодные. Вот. Максим, смотри, да? Смотри. Чирикалки. Какие два красавчика. Какой-то прям. Это что, телефон не клюнул. Что, интересно, да? Ну, давай поговорим. Оп. Что-то к нам полезли. Ну, Фриц, или что вы там говорите? Франц, Мюллер, Ганс. Ничего не говорят. Тупые какие-то. Смотрят, как на дурака, думают, что за дурак стоит перед нами. Все, один пошел. Еще один. Ара. Эй, Ара. Как дела, Ара? Ну-ка, потрогать. Ногти какие, елки-палки. Это... Да, да, ну-ка помаши вот так головой, да? Красивый какой, а? Хороший какой. Не пугай. Да, дорогое удовольствие, такие попугаи. Ну, здесь какой-то бедный родственник один сидит. Братуха! Ну чё, как дела? Всё ништяк? Папуха! Ну, он... Пётр! Пётр! Фёдор или Пётр? И там кто-то орёт ещё. Так, ну их здесь несколько летает. Ну такой бродяга. Слышь, бродяга, как жизнь? А, Фёдор? Фёдор. Или Пётр. Или Пётр. В общем,
30 попугаев прошли, из них 20 одинаковые, а? Либо ара, либо этот белый кокоду в разных расцветках. Чё, братуха, у тебя как? Опа, засёк. Так, здесь у нас вот такие два красавца. Воняет, как в поросятнике. Да, отойти надо подальше, а то сейчас заразимся или заразим людей этим. Высокой инфекцией какой-нибудь. О, запел, слышь? Пианист тут какой-то среди них. Вот так делает еще. Ну-ка, давай попоем вместе. Кто-то из них орёт, кто-то, я только непонятно кто, да? Одни и те же, да? Все, немцы сразу чухнули. Только зашли, все, сразу чих. Их как ветром сдуло. Так, еще один зверь. Тоже что-то по-другому, окраска другая. Ну да. Поговорили, в общем. Смотрите, два таких и один такой белый. Вон белый, это кокоду тоже там. Он чем-то занят. Поцеловались, обнялись. Короче, пансионат для это старых, престарелых попугаев и птичек. Не, ну кто любит так с ними прям нежиться, то самое то место. Так, короче, на свой страх и риск заходим к попугаям, и все. Вот здесь их можно пофотографировать, а может быть даже и кто-то откусит палец. Ёб твою за ногу. Блин. Они сидят. Добрый, да? Ну, что-то там бормочет. Да. Реально, с ними это, они начинают раздражать, реально, просто. Короче говоря, пол зоопарка, одни и те же птицы, одни и те же попугаи. Я вообще не вижу смысла особо так прям... То есть никакого разнообразия такого особого нет. Вот опять такой же попугай, он уже тут был. Чилик или что-то. За 50 золотых вон можно купить себе госточку, хавчика для этих нахлебников. Иждивенца.
Одни и те же, да? 50 клеток и 40 одинаковые. Да, и куча оручих, этих, орут, кто громче кого перекричит. Лучше из этого замка сделали бы замок. Так, ну там вон тоже куча всякие красивые маленькие. Вот еще один, розовый только. Ёпа, красоты. Тебе в цирке выступать, Кеша. Как собака. С голубым лбом. Общипанный. С красным лбом. С зеленым лбом. С красным ртом. Еще один общипанный. Мама, подними. С желтой грудкой. С оранжевой грудкой. О, что делают, что хотят, то и творят. Пинжана. С красным хвостом. Еще один с красным хвостом. Еще один. Ну что, Федя, сегодня пить будем? Федя, Федя. А, Федя. Черный язык. Черный у них, да. Петя. Вот еще один. Петя. Короче, куча одинаковых птиц. Очень красивые. Еще один. С желтой грудкой, с синей грудкой, с красной грудкой, с зеленой, с разноцветной грудкой. Но этот, если укусит, все, трансдец. Лысый ара тоже есть. Вот. Ну че, лысый? Что сегодня делать будешь? Вот так, в общем, выглядит этот Фугельпарк. В общем, кому 30 евро жмут карман и некуда деть, а вот сможете сходить сюда. Адрес могу написать, ничего не стоит, бесплатно. А вот, места здесь, конечно, красивые. Лучше, по-моему, погулять в городе. Так, здесь находимся где-то прям вот в горах, в лесу. Вот. Но реально, кому как. То есть, если кого-то раздражают крики детей, то сюда лучше не ходить, потому что они орут в 4-5 раз громче, чем дети визжат. Так что люди с нервной, со слабой нервной системой лучше сюда не приезжать, блин, ребята. Ну все, пока всем.